Всем привет! Да, ребят, сегодня буду в кепке. Я только-только прибежала из спортзала. Вот, еще даже, видите, во всем обмундировании. Добрый вечер! Так, сейчас запустится, наверное. Привет, привет. Так, все, эфир запущен. В Ютубе, где кому интересно, там и смотрите, ребят. Вышла к вам ненадолго. Ну, я так полагаю, что будет ненадолго, смысл вам растягивать, если вопросов не будет. Вышла к вам по такой теме. Почки. Почки умирают молча. Это не просто какая-то красивая крылатая фраза, это действительность. Мы с вами можем наблюдать, что у нас, например, что-то тяжесть какая-то в печени, да? Вот. И эту тяжесть мы понимаем, что нам нужно почистить, либо включить питание, либо еще что-то. Но что касаемо почек, мы их не чувствуем, что с ними происходит. Максимум. Что мы можем прочувствовать в некоторых случаях, когда у нас поясничный отдел прям вообще вот тянет, да? Вот такое вот какое-то непонятное состояние, и мы думаем, что это почки, бля, на сухих днях очень часто, либо на водном каком-то голодании. Бывает такое, что тянет вот это поясничный отдел, мы думаем, о, почки тянет. А по факту, ребят, это, ну, не совсем почки. Я, конечно, не буду прям вот все сейчас говорить в открытом эфире, не потому что я хочу скрыть какую-то информацию, а потому что я понимаю, что не всем нужно эту информацию для себя, на себя примерять, потому что у всех ситуации, они настолько разные, настолько это нужно вот это вот досконально проходить, это вообще про другое все. Вот. И почки у нас, у них нет нервных окончаний. Мы никогда не можем чувствовать, слышать, как они у нас, я бы даже сказала, наверное, начинают атрофироваться. И начинают они атрофироваться, когда мы можем это мы можем эту связь абсолютно точно отследить. Но отследить не с той позиции, что у нас потянуло почки, да, а с той позиции, а что у тебя есть в твоей жизни. И мы с вами уже говорили, что почки – это на отдавание, отдавание и принятие. Вот заметьте, что вы любите. Вы каждый, скорее всего, каждый из вас, просто я такой же была абсолютно. Зверь пришел, да? А, ну, видите, здесь постановился. Самое главное, что большой еще спит, не пришел, старенький. Если вы заметили за собой, что вы с огромным удовольствием отдаете все до капельки, все до последнего момента, готовы отдать даже незнакомому человеку, не говоря уже о близких и родных своих, да? Но принять вы не можете. То есть принять, неважно что, денежные средства, какое-нибудь благость, которую вам дают, что-нибудь, вообще абсолютно неважно. Начиная думать, то есть... Этот эфир, чтобы не продолжать, но я могу его сутки рассказывать, да? Вот. Чтобы не отдавание, да, что вот я готова отдать, и с отдаванием там тоже очень-очень много всего, и мы с вами обговаривали это. Вот, сейчас я не буду это затрагивать, если что, если
будут запросы, то я сделаю эфир и на этот, и на эту тему. Вот. Но если вы не можете что-то принять по каким-то причинам, додумывая за человека, что я не приму у него денег, потому что ему там, у него там большая семья, у него там дети, у него миллион всего. Я не приму от него какую-то благость там в размере там еще чего-либо, потому что у него там это. Мы же очень любим додумать. Либо мы не можем принять, потому что мы являемся, я уже да, говорила, вот этого человеком чупа-чупсом. Вот это вот такое вот не совсем красивая, может быть, интерпретация, но она действительно такая. И сейчас я вам, давайте быстренько напомню, что такое человек чупа-чуп, да, чтобы вы понимали. Это, смотрите, когда вам дарят чупа-чупс, вы с огромным удовольствием и без всякой лишней мысли принимаете этот чупа-чуп с огромным удовольствием, вы думаете, ой, там, мне сделали приятно, я приму этот чупа-чуп. И вы его принимаете, для вас это норма. То есть, ну как бы, ну чупа-чупс, ну что он там стоит? Ну там 3-10 рублей максимум, да? Все, вы приняли, и даже у вас нигде ничего не заиграло. Но если вам предложил человек, дает вам ключи от Ламборгини, как она правильно называется, то у вас тут будет миллион всего. А что я буду ему за это должен? А вот оно же стоит столько-то денег. Таких денег, которых многие даже в глаза не видели. Ну, я, например, в глаза не видела столько денег, сколько стоит Ламборгини вот это. А оно там вот это, как я его буду обслуживать? А я даже не смогу там на нем ездить много, потому что бензин. А где я его буду ставить? Потому что он должен обязательно быть на охраняемой стоянке. А сколько будет стоить страховка? И миллион мыслей у вас просто пошло, и вы не можете его принять. Не можете. Но вы не заглянули в другую сторону. Есть же у медали всегда две стороны, да? Вы не заглянули туда, что, например, человек, который вам подарил чупа-чупс, у него, например, нет денег. Ну вот так вот сложилось обстоятельство, что у него нет денег. Но он так хочет вам сделать это приятное, что он собрал вот по сусекам, просто все сгреб и пошел купил вам чупа-чупс. Он выбрал этот вкус, который ему кажется, что вам понравится, что вы испытаете удовольствие. И подарил это на последнее. А тот человек, который вам подарил вот эти вот ключи от автомобиля, он этот автомобиль зарабатывает, не знаю, там, в час. У него эти деньги приходят раз в час. И если он вам его не подарит, то он не станет ни беднее, ни богаче. То есть для него это норма жизни. И тут тогда вопрос. Это их подарки или это ваше восприятие, что вы можете получить, на что вы готовы принять себя, свои дары, свое нутро, которое вы дарите кому-то. И если у вас есть хотя бы капелька того, что вы, например, отдать с огромным удовольствием, все до капельки, а взять по каким-то причинам не можете, то здесь я вам точно говорю, ребят, почки у вас уже шалят. Это не почки, а надпочечники. И нужно принимать какие-то определенные меры. Причем я всегда говорю, что не бывает такого, что ты выпил какую-то травку, определенную раз почки прошли. Здесь нужно, ребят, прорабатывать, как минимум, как я сейчас вижу, в трех направлениях. Это определенное питание. В питье я тоже ввожу питание. То есть это все единое, все, что у нас будет в животике, да. Это обязательно голова. Мы прорабатываем, что у нас не так. И, конечно же, это физика. Чтобы мы могли чувствовать, максимально чувствовать, что у нас происходит с нашим телом. Вот эти вот три фактора мы прорабатываем. И это обязательно. И, ребят, могу вам сказать, что когда вы, например, выходите из сухих дней, или бывает такое состояние, что вот вы, например, там отечность какая-то есть, да? И вы такие, ой, почки. Ну, я вам скажу, что 70% случаев это сердечко, это не почки.
Отечность, очень большую отечность дает сердце. Почему медики об этом молчат, я не знаю. Но это именно тот соединительный белок, который у нас находится в крови, который не дает нашему клапану работать так, как ему нужно работать. И об этих всех моментах мы, конечно же, будем, я попробую максимально дать информации на бесплатном марафоне, который сейчас будет, завтра мы стартуем, ребят, бесплатный марафон стартует завтра. Я думала, что он будет где-то числа 10-15 февраля, потому что я сразу же поставила ребятам планку, что 500 человек наберется, и мы стартуем. Я просто не ожидала, что у нас за сутки наберется 500 человек. Сейчас у нас уже, по-моему, там 650 человек, что-то такое. Вот. Стартуем завтра в 10 по Москве. Вот. Эта ссылка не будет закрываться. Если вы хотите присоединиться, присоединяйтесь. У нас будет минимум 3 эфира, минимум, ребят, 3 эфира в день, вот, где я попробую максимально дать ту информацию, чтобы вы могли самостоятельно идти дальше, самостоятельно идти в эти процессы, чтобы вы понимали. То есть я даю, попробую дать вам азбуку, чтобы вы, буквы везде одни и те же, слова одни и те же. Как вы их составите, это уже ваше. Вот. Я вам попробую дать максимально, чтобы вы максимально самостоятельно могли двигаться и чувствовать свое тело. Кто хочет дальше в компании, то мы пойдем дальше после трехдневного на 21 день. Но, естественно, он уже будет платный, потому что я понимаю, что как бы 3 дня жить вами, это мне, конечно же, в удовольствие, но я понимаю, что это все мое время будет занято. Вот, потому что мне нужно будет обрабатывать ваши сообщения, понимать, что лучше дать, понимать, какую физику мы будем сегодня прорабатывать, чтобы это было скопом лучше всего. Как дать, как, если я вижу, что вот эти вот как бы несколько критериев, несколько групп людей собрались, которым нужно вот это, вот это, вот и вот это, вот, то я должна дать вот это и вот это. То есть это будет полноценный эфир каждый день, это будет утреннее включение, это будет дневное включение со спортзала. То есть мы будем прорабатывать все части тела, это же не только питание будет касаться. Это будет питание, я буду говорить, с утра по питанию буду говорить. Потом мы днем с вами идем на какую-нибудь физику, я говорю, какому типу людей, какую физику, что мы делаем. Подготовленные, неподготовленные. Кто-то есть подготовленнее меня. И вечером мы, конечно же, с вами разбираем какие-то психологические моменты, которые нам отражают наш внутренний мир. Внутренний мир, мы смотрим, что нам отражает, почему, что с нашими органами происходит. Вот. И, конечно же, если мы идем дальше, я тоже с огромным удовольствием, это же моя жизнь, мне нравится с вами общаться. Но я понимаю, что я выдохнусь, если я пойду дальше без оплаты на 21 день, а потом и на 40. Но на 40 там уже будет и 21 будет с периодами без еды и без жидкости. Обязательно. И которые идут уже на 40 дней, там уже будет у нас уже там такой жесткачевский немножечко. Вот. Но там уже я могу сказать, что он будет жесткачевский, потому что я уже вижу, буду видеть, как вы прошли 21 день. Я уже буду понимать, что вам можно дать, а что нельзя. Понимаете? Вот, это уже про другое. Вот, что я хотела сказать про почки. Вот. Ребят, если... Я не знаю, у меня почему-то в Ютубе нет вообще ни одного вопроса. Не знаю, правильно это или нет. Давайте я сейчас почитаю вопросы, если есть, чтобы пояснения какие-то ввести. А если нет, еще что-нибудь расскажу вам. Дорогая, я бы очень была рада, если сделали эфир про кровь, ДНК, энергия на тему вакцины. Как вы сейчас смотрите на тех людей, которые это, блин, часть? Не, я не могу, ребят, сделать насчет вакцины. Насчет вакцины я могу сказать только на ретрите. Я даже в марафонах насчет вакцины особо не говорю. Если эта информация выйдет, то есть в открытом эфире однозначно нет, потому что все каналы сразу же удаляют без права возможности что-то сделать. Это в редких случаях, что меня просто возьмут на заметку. Вот. Но у меня просто было несколько раз, что мы три раза восстанавливали школу автономии
на социальных сетях, так скажем, да, не буду уж углубляться на каких, мы его восстанавливали 3 раза, и это только потому, что я обмолвилась о прививках. Я не говорила о них, я не рассказывала, там просто были мои фразы. Вот, и мы просто им доказывали, что это не было никаким призывом к чему-либо. Поэтому, если хотите знать, что происходит с вами, то жду вас на ретрит, который будет совместный. Я вам там покажу, расскажу, потому что этот ретрит, он будет не такой, как все. И я в ближайшее время не буду загадывать вперед. Давайте, ребят, я вам все расскажу. Как только запустится у нас 21-дневный ретрит, я поеду в другой город, кое для чего. Конечно же, вам об этом расскажу. Там будет у нас и будет для вас эфир с необыкновенным человеком, который будет присутствовать на ретрите. То есть ретрит этот будет, это не будет лайтовый ретрит, который вы уйдете там с какими-то новыми познаниями, новым еще что-то. Это будет через определенные практики погружения внутрь себя, внутрь клеток, внутрь своего рода, чтобы род к вам открылся. Потому что я уже говорила, что нет такого, что все мы такие, ой, мы такие похлопали в ладоши, там все вот это вот замечательно, послушали там кого-то там чудесных людей, и мы знаем, что с нашим родом происходит. Да ни хрена мы не знаем. Это редко кто может открыть свой род, потому что если бы ваш род был открыт, вы бы знали каждый ответ в этом мире, потому что нет ничего нового. Все, что было в этом мире, это было и в вашем роде. И вы бы полностью знали бы эту информацию. Память генетическая у вас закрыта. Вы можете играться в эти круги, там, я не знаю, круги чего-то, там, какой-то благости, там, ретриты, не знаю, ретриты милосердия, там, еще что-то. Это все классно. Это же ваша игра. Вы просто должны признать, что это ваша игра. Если вы это признаете, вы идете по-честному в вашу игру. И вы тогда понимаете, что вы от этого хотите, и вы это получаете. А когда вы себя обманываете, что я сейчас вот это сделаю, и мой род мне там все расскажет, ребят, но вы же видите, например, на ютубах, там еще где-то кто-то вам рассказывает, например, что были такие ситуации, что кто-то из там умершая мать, умершая бабушка, раз и вытащили со смерти, прям вот с неминуемой смерти, раз и вытащили. Что с вами происходит? Что это случается? Это как раз и случается, когда память не закрыта. Почему вас вытащили, а того не вытащили? Чем он для своей бабушки, для мамы, либо еще для кого-то в своем роде плох? Не бывает такого, не плох он. Просто там генетическая память закрыта, она может закрыться сразу же на вашем родителе. А может через несколько поколений. Можно ли ее открыть? Можно. Но если вы не знаете, не чувствуете, не видите своего родственника перед собой, то у вас генетическая память у этого человека, она закрыта. Если вы не видите, не знаю, там, 18, 17, 13 век своего родственника, то значит, эта память еще для вас закрыта. Значит, вы видите только такой-то век или такого-то родственника. И если мы себя не будем обманывать, мы же пойдем дальше. Наш обман самому себе – это остановка самого себя на этом уровне. Как только мы себе раскрываемся, да, это неприятно, сейчас неприятные вещи говорю. Всем же хочется, что там, ой, там пилюльку съел, и все, и ты пошел там. И это видишь, и это видишь, и тут не ешь, и там, я не знаю, там что-то делаешь, какие-то неописуемые вещи, все классно. Можете себя обманывать, но у меня уже нет ведь той публики, которая себя обманывает. Меня знают, что это я вот сегодня, например, это сказала, завтра мне открылось другое, я вам скажу другое. Значит, я уже пошла дальше. Если я сейчас говорила, что с родом можно общаться там через что-то, можете. Но этот род до 7-го поколения, до 7-го, ребят, представляете? Вот через что я вам говорила вот эти вот практики, до 7-го поколения всего вы можете общаться. На состояние не осознания, а подсознания. Представляете, какая разная вещь? На состоянии подсознания вы можете взять ту информацию, которая до 7-го поколения. А на состояние осознания не каждый может. Вы не видите этого.
А что там было дальше? Представляете, какой у нас, блин, целый космос. Так. Тоже. Умирать. Как с ним поступить? Просто отпускать. А, так, подожди. На тему вакцинации. Как сейчас смотрите на тех людей, кто эти чудо приняли. Часто слышу от таких людей, что те, кто наделали, тоже умереть. Как с ним? Ну, про прививки, ребят, сказала, не буду сейчас. Вот азбуку и ждем. Клево. Пробег завтра расскажи. Пробег завтра расскажу. Про физику завтра все равно расскажу. Не знаю, может, больше будет эфиров завтра. Посмотрим. Я буду периодически дела делать, выходить в эфир. Дела делать, выходить в эфир. А можно хоть примерно сориентировать, какая будет стоимость на дальнейший марафон? За весь 21 день плюс, ну, вот эти 3 дня не бесплатно, на весь 21 день, я так полагаю, что он будет примерно где-то, ну, 3800. Не больше точно. Вот. Мне почему-то, потому что я понимаю, что я буду только это делать, вот, это будет, наверное, где-то вот такая сумма. То есть, ну, меньше 5000, я думаю, что это немного для вас, это не так. Тем более там на питании вы сэкономите очень хорошо. Примерно так. Какая красивая. Ксюшечка, спасибо. Я с фильтром, моя золотая. Я с этого, с тренажерки. Что значит, если почка опустилась? Опускаете себя, очень жестко опускаете себя. Лёх, привет. Да, у нас в Сочи есть вот такой специалист, это просто клёп. И, кстати, он, скорее всего, будет тоже на ретрите, если он будет на ретрите, если у него получится приехать на ретрит, вот. Он тоже покажет свои практики, свои методики, и сейчас, ребят, к нему ездят из других городов, потому что такого специалиста, ну, сложно найти где-то, вот. И если вы действительно занимаетесь своим делом, вот. Но я думаю, что если так дальше пойдет, если у него будет время, там, у меня, может быть, мы даже в какие-нибудь города, может быть, даже вместе съездим на встречи. Вот. Но пока со встречами не очень, потому что все хотят, а в результате получается как бы не совсем по деньгам, потому что мы понимаем, что чтобы ехать, это нужно все равно финансы, но вот этого мы никуда не делись. Кстати, наверное, мы и в трехдневном эфире мы с ребятами затронем тему финансов, потому что она очень важна, чтобы выйти вот этого из замкнутого круга, знаете, как этих, мне вот деньги не нужны, потому что вот я такой. А тут дело-то не в деньгах, не бери деньги, бери блага, которые тебе даются. Мы тоже об этом сделаем эфирчик обязательно. А, да, дорогая, если мы знали свой род, жили бы богатстве в душе и хорошо на этой земле. Спасибо большое за информацию, за ваш труд и любовь. Каждой вашей встречи много энергетики. Вы очень рады сначала. Спасибо, Марика. Кстати, будет ли какая-то тема по финансам? Есть ли с этим проблема? Посмотри, Слава, только что сказала. Да, конечно, будет. Обязательно. Мы не должны думать о финансах, о базовом закрытии себя, о базовых потребностях закрытия себя. Это не наш уровень жизни и восприятия вообще полностью. Поэтому, ребят, вообще не про это. Но чтобы об этом не думать, нужно понимать, почему об этом думать не надо, почему это у нас уже есть, почему мы не можем принять. Опять же, да, надпочечники наши. Что мы не можем принять? Это же все. У нас же первым делом почки, они просто. И от этого все идет. То есть почки не перерабатывают. Все, пошли шлаки в кровь, пошли шлаки в межклеточное пространство. И все. У нас начинаются болезни суставов, клинит позвоночник, еще что-то. Кстати, мне сегодня написали, тоже заклинило позвоночник. Позвоночник заклинило. Когда у нас клинит что-либо из спины, ребят, спина – это наша походка. Другого не бывает.
Спина – это всегда наша походка. Как мы ставим стопу? Мы ставим стопу только так, как мы чувствуем себя на данный момент этого времени. Вот смотрите, когда вы уверены, когда вы чувствуете себя красивым, когда вы чувствуете себя, ну вот прям вот клёвым таким, как вы ходите? Вы же не ходите вот так? Я такой клёвый. Все, вы сразу же, я вот такой. А когда у вас что-то вот такое вот наступает, это все, это вот такая... И походка такая же становится. Неважно, в чем вы одеты, в спортивное, либо в каблуки. Ну, конечно, на каблуках сложно вот так вот идти, да? Это понятно, девочки меня поймут. Вот. Но по факту вся наша спина – это наш каркас. Он идет от походки. Попробую и эту тему осветить, чтобы было понятно. Светлана, я недавно с вами, вы закаляетесь. Я люблю холодную воду, я моюсь только холодной водой. Посуду я мою иногда не холодной водой, когда она жирная, когда детки что-нибудь готовят себе. Конечно же, я и зимой, и летом купаюсь. Если я где-то не в Краснодарском крае, ну, в Краснодарском крае, конечно же, тоже купаюсь, потому что там вода... Зимнее море я люблю больше, оно больше собирает. Я люблю прорубь, но здесь ее нет, и в этом году мне не удалось покупаться в проруби. Ну, как бы, моюсь только холодной водой, да. Вот так вот. Насчет денег обязательно говорите, как все правильно устроено. Вы от души говорите правду. Спасибо большое. Не всем она нравится? Ну, да. Ох, ребят, подождите, тут уже, смотрите, у меня... На ютубе давайте сейчас я поотвечаю на вопросики, да? Правая и левая почка. Есть ли разница, если задает знать о себе? Черный орех утром приняла и заболела правая почка. Правая и левая, конечно же, есть. Правая и левая. Правая почка – это папа. Что-то по мужской линии. По мужской линии что-то у вас. Есть какие-то определенные затыки. Но у вас, Виктория, эти затыки, они не сейчас сформированы, а это примерно... Где-то лет 7, вот, насколько я вижу, вот по вам. У вас нет аватарки, не могу сказать точно, но вот ищите вот там вот в детстве лет 7. Вот, что-то было там с папой, либо с мужчиной с каким-то. Ну, с мужчиной имеется в виду, может быть, отчим вас воспитывал, может быть, дедушка, может быть... Ну, с братом нет. Нет, не брат, это не... Точно не брат. Что-то ближе к папе. Пропой 21 на воде и травах. ЛНС, диагностика, показывали мне на почке, а так все нормально, ничего не болит, но есть беспокойство. Беспокойство вас или почек? Почки не беспокоят, это вас что-то беспокоит. Возможно. Реально лишь то, что вечно и неизменно. Все, что изменчиво, иллюзорно, не имеет большого значения. Это все классно. Я могу разговаривать таким языком, ребят. Я тоже улетевшая, и со мной достаточно неудобно другим людям общаться, которые знают меня побольше. Но мы же с вами живем сейчас, я же вам стараюсь это все конвертировать на уровень нашего восприятия, наших социальных программ, нашего социума. Пока мы не выйдем в наш социум, не поймем его, мы оттуда не вылезем. Это знаете, когда... Ну, как минимум, автомобилисты меня поймут. Когда машину заносит, ты сначала руль поворачиваешь в сторону колес, в сторону заноса, ловишь эти колеса, а потом уже выворачиваешь их. И здесь точно так же. Если ты не понял, почему у тебя идет вот в этой жизни, ты весь пошел в благость, в пердливые розочки, бабочки и все на свете, ты там и останешься, а здесь ты не проработаешь, ты дальше не пойдешь и здесь не проработаешь. Но если у тебя будет какая-то ситуация, которая тебя прямо жесткая, которая тебя, она тебя выстегнет самое говнище вниз, ты не будешь в этих бабочках, потому что ты их не проработал. А если ты туда, как бы это понятно, что это что такое самадхи, ну многие были в этом состоянии, я же не какой-то уникум. Вы все можете быть в этом состоянии, абсолютно все. Но с этим состоянием, то что делать, если вот здесь-то вы не проработали ничего? Как вы пойдете дальше? Только проработав здесь, все, тотально проработав здесь, вы можете
ощутить, что для вас эти бабочки, уже не просто бабочки, вот они, вот это вот все классно, что для вас эти бабочки, остаетесь вы в этих бабочках, рассказываете вы про эти бабочки, ведете вы к этим бабочкам, либо идете дальше в познание того, что бабочки, это же я называю вот этот уровень самадхи, это как такой перевал, он клевый, он вообще настолько клевый. И когда вы особенно первый раз бываете в этом состоянии, вам оттуда уходить неохота. Вы первый раз в жизни начинаете себя ощущать в этом вот прям вот в кайфом. Вот, она не кайфовая, она не какой-то кайфовая, она вот эта вот благость ровная. Вы первый раз в жизни начинаете ощущать, что вот что такое есть течение, легкое течение жизни. И многие оттуда не выходят. Я их вообще прекрасно понимаю. Ну, так, ребят, подождите, мне что-то там горелым пахнет. У меня сын сам делает себе еду. Я сейчас секунду. Сжег там себе еду делать, после спортзала тоже пришел, руки сейчас качаем. Я хочу, чтобы на гитаре играла, у меня там руки были накачаны, инструмент. Вот, поэтому это все клево, самадхи. Но когда ты понимаешь, что это такое, и ты либо осознанно остаешься в этом состоянии, либо идешь дальше в познание, это разные процессы. Но когда ты идешь в другие процессы, тогда уже на определенном этапе самадхи тебя уже не покидают. И ты идешь в осознание чего-либо, даже не в осознание, а в считывание информации, в считывание знания, которые сначала ты распаковываешь их в себе. У тебя как внутри как флешка. Как раз ребятам буду рассказывать в марафоне, почему нам нужно вот этот аватар укреплять, потому что, чтобы считать флешку, которая есть уже в нас, если будет слабый аватар, мы не сможем ее считать, у нас она пойдет на разрушение нашего аватара. Вот, поэтому укрепляем аватар, считываем вот эту вот информацию и идем дальше. Идем дальше, но когда мы идем уже в осознание вот этих вот информационных процессов знания, тогда уже внутреннее состояние самадхи нас не подкидает. И тогда перед нами тут можно там хоть что делать, а ты уже начинаешь просто умиляться над тем, что кто-то может испытывать какие-то эмоции, кто-то может там что-то делать. Тебя это радует, потому что ты позволил своей картине мира этому быть. Это уже другие процессы. А трехдневный марафон когда начнется? Мариночка, завтра начнется в 10 утра. В Телеграме. Начинается он в Телеграме. В 10 утра московского времени. Присоединяйся. Камни в почке о чем говорят? Ну, камни в почках ты несешь определенный груз своего состояния. Что-то с тобой происходит. Что происходит с почками со всей системой на длительной автономии 5-10 лет и происходит ли выделение воды? Происходит выделение воды, потому что мы его как поглощаем, так и выделяем. В воздухе 60% жидкости находится, минимум 60% жидкости. Это официально признано, если в жарких-жарких странах, где там песчаные вот эти вот долины, 60%, а где есть там моречка, там леса, еще что-то, то там вот доходит.
70-78% влажности в воздухе, которую мы вдыхаем всем нашим телом. Я не могу сказать, что это происходит на 5-10 лет. У меня не было 5 лет автономии. Не могу вам сказать на это. Не... Через кого-то говорить, что кто-то вот так вот чувствует, но вам оно надо? Начинайте пробовать, и вы тогда все это узнаете. Марафон начнется за... Да, очень помолодела шапочка. Спасибо, Сергей. Жду тебя на марафоне. О, на ретрите. С кучеряшками тебе больше идет. Да, ребят, ну, блин, вот уже вот из спортзала, я и в спортзале просто кепку не снимала, поэтому там просто все приплюснуто, хочется перед вами все равно быть как-то красивенькой. Почему болят и ноют почки на сухих днях? Это не почки, ребят, болят, это... А, смотрите, когда мы на сухих днях, у нас из нашей гладкой мускулатуры максимально выходит жидкость. Когда максимально выходит жидкость, что становится с нашими мышцами? Они как бы зажимаются, а в мышцах есть нервные окончания. И как раз мышцы сжимаются в первую очередь, где самая чувствительная область нашего аватара – это поясница, это наш спасательный круг. Это где живо, это где поясница, которая держит этот перекресток наш. Вот. И там начинает как бы, получается, что мышцы как бы сжимаются за счет того, что нет жидкости. И за счет того, что они сжимаются, такое ощущение, что болят почки. Это не почки, это идет как бы такое сжатие мышечного каркаса. Я сейчас не могу это показать просто. А на марафоне я покажу упражнения, которые будете делать, чтобы просто облегчить все вот эти вот состояния, чтобы не было вот этих вот болезненных ощущений. Я все это покажу. Вот. Это не почки, это как раз мышечный каркас. Так себя ведет. Как в банке есть штак на дне? Светлана, почему у пожилых женщин, едящих, прекращается менструация? Это ведь чистка, значит, она прекращается. Менструация – это не чистка, но это, смотрите, у нас идет процесс овуляции, он идет ежемесячно, да? Разный цикл там, от 18 дней до 36, если я не ошибаюсь. И месячные это идут, когда для очищения организма, чтобы овуляция произошла максимально комфортно для плода. И поэтому идут выделения, кровяные выделения. Если человек идет на какое-то очищенное питание для своего организма, я называю очищенное питание для своего организма, на разных стадиях своего организма у вас разные стадии очистки. Для кого-то это сыроедение, потом идем дальше. Для кого-то это малоедение, для кого-то это неедение. Разная стадия того питания, которое комфортно лично для вас. Не для кого-то. Не кто-то сказал, что так хорошо. А вы поняли, что для вас это хорошо. И я вам могу сказать, что у меня есть знакомая женщина, женщина ее назову, как по-другому, не знаю, назвать ее. Ей на сегодняшний день более 130 лет. И у нее идет овуляция ежемесячно. Она способна рождать абсолютно здорового ребенка. У нее не наступил климакс. Нет, вернее, он у нее наступил, она в 90 лет только собой занялась. У нее, вот. Но она вот сейчас вот у нее идет. Регенерация клеток, то есть она их запустила, она всего 40 лет с этим работает, на запущение вот этого регенеративного процесса. Но у нее восстановились уже как уже почти 10 лет уже обратно идет овуляция, естественно, без крововыделения, вот. Но у нее все с организмом вообще стало по-другому, по-иному. У нее нет такого, что она не ест вообще никогда.
Она ест совсем чуть-чуть, это вот там, там, ну, это не горсточка, это вот это щепоточка чего-либо раз в две недели, раз в три недели. Это, как правило, либо рис, либо финик. Но это не смешивается. У всех все по-разному. Ладно, ты сама вечная реальность. Играйся, как хочешь, все правда. Спасибо. Весь день на сухом голодании. Ем только вечером много фруктов, овощей. По-маленькому хожу очень мало. Намного меньше, чем ем. Это нормально или нужно что-то изменить? Да нормально. Нет, нормально. Организму же нужно перестроиться. Нормально. Он же... Вы не забывайте, что у нас через мочеиспускание выходит из нас только... 30% того, что мы поглощаем. 30% у нас выходит в обновление крови, слюны, межклеточного пространства, все эти вот жидкости. И 40% выходит через дыхание и через кожу. Поэтому, ребят, нормально. А что можете сказать про практику с мухомором? Даже читать дальше не буду, никогда не пробовала, не знаю. Светлана, здравствуй. Практиковала молчание 3 дня. Очень понравилось. Ты пробовала эту практику молчания? Почему-то так хорошо от нее сознание очищается. Да, я, ребят, если честно, я же не много говорю. Я на ретритах много говорю. Я в эфирах много говорю. На марафонах говорю. А так, в принципе, если ко мне не приезжают кто-то, чтобы что-то там консультации, или кто-то, вот у меня бывает, что кто-то приезжает, чтобы со мной там поговорить, там еще... У меня нет такого, что мне нужно общение. Я не хожу ни на какие мероприятия, ни на какие. Меня зовут на них, но я понимаю, что я там как бы, ну, мне хватает этого всего. Может быть, я не такая ресурсная. Вот, но мне хватает, я поэтому думаю, я либо с детьми, либо вот я где-то там на, не знаю, на спорте. Все, я не хожу никуда. Мне нет. Света, у меня выскочила экзема. Ну, посмотри, что ты не принимаешь. Кожа – это наш барьер между внутренним и внешним миром. Я на сыроедении, спрос меня выпускаю. Как думаешь, из-за чего? Ну, вот я тебе сказала. Ты же, наверное, в марафоне участвуешь. Попробуем это тоже осветить. Кожа, наш барьер, что он дает. Вот. Так, ребятки, ну что, часто, клево. Ну что, буду я заканчивать, у нас там с вами уже 45 минут, чтобы сохранить. Присоединяйтесь, завтра начинаем вот этот вот марафон. В 3 дня я постараюсь вам дать максимально того, чтобы вы могли идти без меня, самостоятельно, к своим процессам. Кто хочет идти в группе, то я с огромной благостью вас буду ждать, и мы 21 день с вами дальше втопим. Кто останется на дольше, то там уже будут другие процессы. Знание, если резкость ухудшается, зрение, если резкость ухудшается, это про что? А у меня, по-моему, есть эфир про зрение. Зрение, ребят, это копчик. Смотрите, что у вас такое с копчиком. Когда это было с копчиком, это не обязательно, что вы сейчас повредили копчик. Вы, может быть, повредили копчик несколько лет, какое-то время, количество назад, ударили его, там еще что-то сделали. Если вы вспомните эту ситуацию, при которой это было, и что сейчас произошло, это будет, у вас просто срастется пазл. Скажите, пожалуйста, какая полынь нужна? О, я не знаю, я, ребят, у меня нет возможности какой-то покупать, я покупаю просто в аптеке, а еще бывает, что на ретрите приезжают ребята и сами, которые вот собирают полы, они мне привозят, я детей часто пою полынькой, но могу сказать, что аптечная полынь, вот эта вот горькая, она не такая горькая, как собрана своими руками. Собрана своими руками, там вообще отпад полный.
Поэтому я не знаю, просто вот как-то я не заморачивалась этим. Хорошо, посмотри, да, копчик у меня болит. Угу. Зрение минус 10. Я не в России, меня спросили в аптеке. А... Просто полынь горькая. Трава полынь горькая. Можешь посмотреть просто в интернете, какая полынь, и показать им. Я просто даже не знаю, про что ты спрашиваешь. Правда не знаю, я как бы не знаю. Так. А можно куркуму и гинкобилобу в таблетках? Да, ребят, можно, но куркуму... Смотрите, что куркума, что кингобелобова в таблетках, она тоже имеет место быть, но только если нет в травах, либо в приправе. То есть куркума в приправе – это просто куркума в приправе. В таблетках там добавлены определенные ингредиенты, чтобы эту таблетку скрепить. Точно так же, как и в гинкобелоба. Либо есть просто трава, который вы можете просто запарить, там, либо съесть, да, ну, мы запаривать будем, расскажу, что это такое. А, либо таблетка, там тоже очень много-много компонентов, которые просто, чтобы запечатать эту таблетку. Поэтому можно и то, но эффект будет просто от таблеток немножечко слабее. Я помню ситуацию с копчиком, я упала на сноуборде 20 лет назад, зрение сейчас заметно слабло. Хорошо, спасибо. Кинкобелоба в капсулах купила, в травах нет. Ничего страшного. Вы все, ребят, я вам все расскажу, вы все узнаете, вы все попробуете. Потом у вас будет время все купить то, что вы посчитаете для себя нужным. С утра не пьем, не едим до эфира. Не пьем, не едим до эфира. Но я не знаю, какой у вас распорядок дня. Я же, видите, по московскому времени, кто-то же в других континентах, у которого разница там 6-8 часов. Но 6-8 часов... Блин, тогда вы просто оттянете этот день, тогда вы начнете пить и есть, а просмотрите эфир и в следующий день начнете. То есть вы вот так, потому что все же будет в записях. Если вы где-то в нашем регионе, там плюс-минус 2-3 часа, не идите. Скажите, пожалуйста, почему многие женщины имеют тяжелые месячные всю жизнь? Это непринятие мамы, и либо непринятие бабушки, мамы, бабушки своей дочери, то есть непринятие бабушка не приняла вашу мать от этого месячного. Скажите, пожалуйста, хочу сделать сегодня чистку магнезия, это будет лучше для прохождения марафона, уже 2 недели все ед, балансы. Да, конечно, здорово будет, абсолютно здорово будет, если все ед, тем более будет классно. Но посмотрите, пожалуйста, если будете делать чистку магнезия, то еще присоединитесь в чат «Школа автономии», и там в закрепах есть, как делать чистку магнезии, как заваривать полынь, сколько пить, на каком боку лежать, сколько лежать и так далее и тому подобное, чтобы у вас прям прочистилось максимально желчные оттоки, чтобы выходили. Я белобу, таблетку и траву взял, чтобы точно, все отлично. Аптечная ошпарина. А, может быть, но вот я не знаю. Нет, я говорю, у меня нет такого. А почему почки умирают молча? Это на автономии или вообще? Это вообще. Это не только на автономии, это вообще так. Гинкобелоба можно на Велбрисе заказать. Да, можно на Велбрисе заказать. Ребят, вы уже поймете потом, что заказывать. Я вам сейчас дам азбуку. И вы по этой азбуке уже будете, вот там вот я закажу вот это, а это я не хочу пить, а это мне не подходит, а это мне подходит, а это я понимаю, для чего это делать, чтобы как это быть. Потому что если мы будем просто заниматься спортом, наши клетки, генетическая память, они будут отмирать через лимфатическую систему. Понимаете? И мы на марафоне сейчас будем делать, чтобы наша генетическая система возрождалась через клетки, через закупление аватара. Мы с другой стороны зайдем к нашему аватару, к нашим клеткам, к нашей ДНК. Это все про другое. Присоединяйтесь, ребят. Буду заканчивать, иначе я не смогу сохранить. Я вас всех обнимаю. Смотрите эфир. Завтра я с вами. Ну, я, в принципе, уже на 40 дней с вами, я так понимаю.
с огромным удовольствием. Вот. И даже получается так, что кто пойдет на 40 дней, у меня уже начнется, по-моему, ретрит в это время. И я сделаю для вас эфир, когда мы будем с шаманом уводить вас из восприятия сознания. Генетически ДНК. Все, ребятки, обнимаю. Всем спасибо огромное за сердечки. Мне так приятно. Мне приятно, что нас все больше и больше. Приятно за ваши вопросы, что вы здесь, задавайте, присоединяйтесь. И что максимум я могу давать на открытых бесплатных эфирах, я это, конечно же, с огромным удовольствием сделаю. Все, всем спасибо, всем пока.